Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас очередное видео на тему игры в моментальную лотерею. Купил, друзья, не удержался, свою любимую лотерею, счастливая карта. Но, друзья, тут есть один момент, такой приятный, скажем так. Там, где я ее брал, во-первых, я забрал последние 30 штук, во-вторых, мне тот человек, который продавал, сказал, что крупных призов из той пачки не было, а я забрал последние, друзья. Были по мелочи, но, опять же, не особо много, поэтому у меня надежда, что сегодня все-таки я не только возвращу сумму, которую потратил, но еще ее и приумножу. Итак, давайте начинать. Все знают уже эту лотерею, счастливая карта. Она не раз у меня была на канале, уже ее обзор. Очень приятно. Одна из самых моих любимых лотерей. Суперприз здесь 500 тысяч рублей и 10 призов по 25 тысяч. Это довольно-таки неплохо, особенно с учетом того, что 25 рублей стоит лотерея. Оформлена она классно. Правила игры следующие. Здесь сумма цифр двухзначных должна, либо же однозначных, должна быть меньше, нежели сумма моих. Если у меня мои цифры больше, то тут, соответственно, приз. Сумма моих цифр больше. Ну, надеюсь, что хотя бы сегодня вот такой еще приз будет, 1250, и уже будет круто. 50% выручки от проведения лотереи уходит на призовой фонд, друзья. Минимальный приз 25 рублей, максимальный приз 500 000. Давайте начинать. Как говорится, не томить. Все-таки что-то подсказывает мне, что сегодня должен быть какой-то крупный выигрыш. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, будет, не будет какой-то выигрыш крупный. Мне очень нравится активность, друзья, когда под видосами люди пишут, делятся впечатлениями, желают друг другу удачи. Я предварительно желаю, опять же, всем игрокам моментальных лотерей только удачи и крупных выигрышей, которые вы где захотите, там и потратите. Итак, друзья, давайте стирать. Защитное покрытие мне тут нравится, как всегда. И уже я вижу, что будет 100% будет выигрышный билет. Почему? Потому что, смотрите, 1, 3, 2. Тут всего 6. Ну, а вытирая здесь, мы уже понимаем, что тут уже 14 с одной цифры. Ну и, соответственно, здесь уже больше. Давайте посмотрим, что же за приз. Первый билетик. 50 рублей. Ура, круто. Уже мне нравится начинать с призов. 50 рублей есть. Влево будем сюда откладывать выигрышные билеты. Справа будем откладывать без выигрыша. Но уже начало такое, скажем так, обнадеживающее, друзья. Меня, я так понимаю, не обманули. И все-таки должен какой-то крупный серьезный приз сегодня быть. Так, здесь 27, а здесь уже 27 с двух только карт. Поэтому здесь без выигрыша, а мог бы выиграть 2500. 1-1 пока. Откладываем в сторонку. Так, смотрим еще здесь. Тут у нас идет 29, а здесь, друзья, идет меньше. Тут идет 17, а мог бы выиграть сколько? 25 рублей. Ну, невелика потеря, скажем так. То, что 29. Так, 17 плюс 7, 24 и 19, 43. 43, ну а здесь 29 и 3, 32. Нет, не проходит вариант, опять же, без выигрыша. Так, следующий билетик. Так, тут у нас 24 и 19. Опять же, друзья, и здесь также без выигрыша, потому что меньше. А мог бы выиграть 50 рубликов. Ну, пока что-то вот это единственный выигрыш был, друзья. Что-то, честно говоря, я надеялся, что поинтереснее будет. Так, тут у нас идет 39, получается. А здесь 7, 26 и 12. 26 и 12, 38. Блин, друзья, на 1, на единичку всего лишь меньше. Здесь 34 плюс 5, 39, а здесь 26 и 12, 38. А мог бы выиграть 2500 на минуточку. Ну, как-то так. Я, естественно, потом все пересчитаю, перепроверю билетики, потому что вот мне подписчики пишут в комментариях, что, дескать, какие-то билеты пропускаешь, и там выигрышные, собственно. Ну, я перепроверять теперь буду по советам подписчиков и зрителей канала. Здесь у нас идет 26 и 15, 41.
А тут идет у нас 20 и 13, 33. Все чисто, мог бы выиграть 1250. Мне интересно, вот здесь призы счищать и смотреть, какие же все-таки выигрыши предлагаются. 20 плюс 12, 32. А здесь 29, 31. Опять на единичку. 200 рублей мог бы выиграть. Блин, вот как меня вот эти моменты, скажем так, держат в интриге. Так, 28 плюс 17. 45. А тут будет меньше, естественно. А тут будет 36. 2500. Ну, вы знаете, пока, друзья, вот идем, мы как-то единственный выигрыш, а не выигрышных уже очень много. Я, честно говоря, думал, что будет поинтереснее. Может быть, меня как немножечко, так скажем, пошутили в этом плане. Ну, посмотрим. 22 и 8, 30. А тут уже 30. А два уже по двум только картам. 25 тысяч можно было выиграть, но увы и ах. Может и будет здесь 25 тысяч. Так, здесь 27 у нас. Так, ну. Так, а здесь 23 24. Блин, да что ж такое, 500 рублей мог бы выиграть. Пока что-то как-то, друзья, без выигрыша идет. 25 плюс 19. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, тут уже 20 плюс 16, 36. А тут уже больше однозначно. 50 рублей выигрыш был бы, если бы все хорошо пошло. Но что-то тут, что-то как-то выигрышами не пахнет, друзья. Ну, тут явно, что без выигрыша 200 рублей. Итак, вы знаете, как-то идет, честно говоря, скажем, с большим разрывом, то есть сумма здесь больше, намного, чем здесь выпадает. Так, вот здесь у нас 19, 20. Блин, вот 19, 1, 20. А тут 27, 29. Да, большой разрыв, конечно, 2500. Так, дальше смотрим. Смотрим дальше. 19, внимание, плюс 18 будет 37. Двойка, 17 и 11. 28. Опять эти 25 тысяч. Да, друзья, вот смотрите, какая пачечка уже приличная, да? Приличная пачка. И что-то как-то без выигрыша. Вот это меня, честно говоря, настораживает. Может, как-то позитивнее начать мыслить, и будут выигрыши. Вот тут уже, по-моему, с выигрышем. Да, наконец-то, друзья, тут появился выигрыш. У нас 19 плюс 9, 28 и 16... 28 плюс 16, 30, это получается 44. 44, а тут 15, тут 25. Смотрим, 50 рублей, вот, уже хорошо. Уже как-то поприятнее. 100 рублей уже вернули, друзья. Посмотрим, может быть, сейчас еще все остальное вернем. Также, ну, пока 29, 14 плюс 15, 29 и 5, 34. А тут идет уже 39, да. Да, увы. Может, хоть 200 рублей будет приз. Вот это вот хотелось бы тоже, конечно. Так, 28, а здесь идет у нас 17. Здесь и 27, блин, друзья, ну это вообще. Мог 500 рублей выиграть. 23 и 4, 27. А здесь 22 плюс 6, 28. Блин, да что ж такое, гляньте. Ну, я думаю, что-то, по-моему, здесь пролет. Так, тут у нас 27. А тут 11, тут еще меньше, блин. 11 плюс 16, 27. 11 плюс 6, 17. Даже 75 рублей. Первый раз такое вижу, что 75 рублей. Так, 15 плюс 10, 25. 13, 15 и 5, 20. Да блин, опять 500 рублей мог бы выиграть. Друзья, ну вы знаете, походу это или ошиблись, или меня так подколоть решили в том месте, где приобретались эти билеты. Но что-то пока все тихо. По выигрышам 100 рублей всего лишь. 27 и 10, 37. А тут идет у нас, ну тут явно больше. Мог бы выиграть 500 рублей. Вот сейчас бы мне такую 500-очку здесь подложили, и нормально было бы так. 20, 36.
18, 23 и 3, 26. Да что ж такое, 25 рублей. Хорошо, что хоть не позорятся эти выигрыши, по 25 рублей не идут. Побольше, хотя бы по полтиннику, потому что, ну, что-то как-то это было бы вообще печально. Так, ну тут опять печаль. 15 плюс 2, 17. Так, 18, 36. Да, если бы 25 тысяч приз. Да, друзья, я, честно говоря, расстроился. Думаю, что, скорее всего, здесь каких-то крупных призов не видать сегодня у нас. Так, 12 и 2, 14. Ну, тут, соответственно, больше 1250 могло выпасть. Билетики заканчиваются уже. И я смотрю, что тут просветов никаких однозначно. Ну, вот это, по-моему, выигрышный билет. 9 плюс 4, 13 и 12, 25. А здесь уже 31 только по двум. Ну, 50 рублей опять. 150 рублей. Ну, хотя бы по 50 рублей, блин, идет. Ну, давайте вот сейчас выигрыши пошли. Давайте выигрыши. Призываю вас прийти в игру мою. Так, здесь у нас 18 плюс 6, 24. А тут 26 уже только по двум. Опять же, проигрышный вариант. Так. И последние остались 4 билета, друзья. Напишите вот в комментариях, как вы считаете, будет еще что-то. Ну, я сомневаюсь, вы знаете, что-то как-то то ли меня подкололи, то ли обманули, но обманули вряд ли. Но, может быть, что-то не так посчитали. Так, тут у нас по двум уже 35 и 4, 39. А здесь 21 и 11, 32. Проигрышные. Так, три последних билетика. Ну, давайте здесь хотя бы. Не подведите меня, ребята. Они так и послушали. Так, 5 плюс 12, 17. Ну, все понятно здесь. 25 тысяч, конечно, никто не дал. Итак, два последних билета. Перемешаю их вот так вот. А вот давайте эти два билета начну именно с приза. 200 рублей. Будет, не будет. И вот таким образом буду вытирать. Да, пролет. 6 плюс 2. 8, 1, 9. Ну, а здесь вы уже все прекрасно сами видите. Да, друзья, конечно же, я не ожидал, что от любимой лотереи такой будет подвох. Как-то так. Последний билет. Я думаю, без выигрыша будет. Что-то как-то меня немножечко обманули. Как я вижу, да, 10. И причем разлет такой большой, вы знаете, 8 плюс 2, 10, 14, а тут 16 плюс 13, 29. Ну, довольно-таки серьезные разницы. Разница серьезная в суммах карт. Блин, ну не знаю, друзья. Вот смотрите, теперь 150 выигрыш у нас идет по трем билетикам. Я, естественно, эти билеты перепроверю, но остальные идут тут все 27 билетов без выигрыша. Такое бывает, да, друзья. Но ничего, нужно с улыбкой, как говорится, воспринимать всю эту игру. Я в любом случае желаю каждому игроку в числовую лотерею, какую бы то ни было лотерею, человеку, который играет с умом, как говорится, и стремится выиграть большую крупную сумму денег, желаю удачи. Однозначно, друзья, подпишитесь на канал. Ну, видите такое сегодня печальное видео. Поддержите, пожалуйста, лайком, комментарием и подпиской на канал, друзья. Прожмите лайк и прожмите колокольчик, дабы не пропустить последующие видео. Ну, а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.